Я хочу сегодня показать карту острова Уайт. Знаю, что много новых подписчиков у меня. Знаю, что много зрителей, которые даже не представляют, где находится этот остров, о котором я все время говорю и который я вам показываю. Так вот, смотрите. Вот здесь у нас вот это вот зеленое, туда наверх. Великобритания. И через пролив Соланд, вот он у нас пролив Соланд, через пролив находится на самом-самом юге Англии наш остров Уайт. Сейчас покажу вам основные города. В центре Ньюпорт, столица нашего острова. Хотя Ньюпортов в Англии много. Вы знаете, сейчас даже сделаю так. Я вам показываю и называю места и города, в которых мы уже с вами были. И внизу, под описанием, я вам дам ссылочки на те мои видео, которые именно я снимала вот в этих городах. Вот Ньюпорт, да, много у меня есть видео в Ньюпорте. Дальше, на самом-самом севере нашего острова, Каус, большой портовый город, гуляла тоже там, и Ист-Каус. Ист-Каус я не была, потому что это считается промышленная зона сейчас, вот не знаю почему, но так. Вот здесь мы с вами были, вот Осборн-Хаус, это дворец Виктории и Альберта, в котором они жили долго и счастливо, и в котором в 1901 году умерла королева Виктория. Именно здесь. Все можете найти. Дальше. Фишборн. Вот он здесь. Фишборн. Мы с вами тоже гуляли. Я вам показывала прекрасный паб здесь. Не могу, конечно же, я пройти мимо этой красоты. И хочу сама насладиться и вам показать этот любимый паб Фишборн, в котором когда-то ели крабов. Называется Фишборн. И отсюда идет как раз ферри. Вот видите, паром пришпортовался. Там, вы видите, мостки. Съезд машин. Сейчас все это здесь быстро произойдет. Я не буду вам показывать, как это происходит, потому что тем, кто интересуется более подробно, у меня есть прекрасное видео по этому поводу. Портсмус, Фишборн. Портсмус, вот он. Это напротив Спинника Тауэр, которую мы постоянно можем видеть. Вот даже и сейчас. Если я вам вдаль показываю, то смотрите, пожалуйста. Как раз вот этот Портсмус, пролив Соланд. А я нахожусь в Райде. Вот здесь, в Райде. Именно сейчас я нахожусь и показываю вам вот этот мыс Портсмус. Так, Райд, это где я живу. Вот здесь мы видим также Бинстед-Хилл, в котором мы жили с мужем. Так, вот у нас Куэрриби, видите, да? Это часто я вам снимаю аббатство. Здесь мы тоже гуляем часто. Как это все просто мистика, друзья, опять, представляете? Дальше Вутон Бридж, в котором я работала, озеро Лейк, тоже покажу вам. Так, и дальше смотрите, Сивью, вот Сивью, где мы много-много раз гуляли. Вот этот мысик,
Priory Bay. Я показывала вам тоже. Все, смотрите внизу, кто хочет. Дальше Бембридж. Вот он. Сент-Хелен, даже не помню, была я с вами или не была. Вот Сент-Хелен у нас. Бембридж. И дальше Яверланд и Калверклифт или Калвердаун, как я называю. Это красивейший обрыв. И вот это вот побережье Сандаун, Яверланд, именно по которому я очень часто с вами гуляю. Посмотрите. Конечно же, снова наш прекрасный Калвердаун. Дальше это все Сандаун. Дальше идем сюда. Здесь у нас Шанклин. Old Village красивейшая, тоже в котором я работала в Шанклине. И здесь у меня живет Мартин. Дальше это Вентнер. Пожалуйста, тоже мы с вами много раз гуляли. И дальше у нас Санкт-Катерин Лайт на самом-самом юге нашего острова, на мысике. Это маяк Святой Екатерины. Тоже посмотрите, есть у меня видео. И вот Блэк Ганг Чайн. Блэк Ганг Чайн, прекрасный вид. Tell me again, please, the name of this. Black Gang Chine. Ага. Ага. Попробовали повторить кто-нибудь, да? Как называется это место? У меня не получилось. Такая прелесть. Это вот, видите, это вид туда на Needles. И вот такой вот обалденный пейзаж. А там... На... Это у нас уже Ла-Манш. Напротив здесь внизу будет Франция. Понимаете, да? Вот пока покажу вам Блэк Ганг. Ну и дальше здесь на самом-самом западе нашего острова это вот как раз Needles, красивейшие горы. Но вот, к сожалению, до Needles мы с вами так и не добрались, потому что это далеко. Я живу вот здесь, в Райде, видите, да? И здесь больше 25 миль, пересекая весь остров, надо ехать сюда, Needles. Ну, когда-нибудь мы с вами съездим. Вот так я вам вкратце показала наш остров, кому интересно, как это все выглядит. Вот видите, здесь написано English Channel или пролив Ла-Манш. Ставьте лайки. Понравилось, пишите ваши комментарии. Всего вам доброго, увидимся. Пока-пока. Здесь, когда отлив, водичка очень теплая, потому что мелкая, прогревается солнцем. И я люблю, конечно, купаться именно в отлив. Но когда уже начнется прилив большой, пойдет большая вода, где-то часа через два начнется прилив, и вода пойдет холодная из океана. Здесь течения такие подводные, бывает, что очень холодная, вдруг приходит вода вместе с приливом. Прозрачная, как много там крабов. Вот видите, я нашла одного крабенка специально, чтобы вам показать. Я его вытащила, но он маленький, и тем не менее он меня ужасно накусал за пальцы. Очень сильные клешни или клешни у него. Сейчас вот я его выпущу. Сейчас мы его отпустим. Увидите, как он под водой побежит. И какая здесь у нас чистая вода. Смотрите. Вот он побежал. Побежал, побежал, побежал. Сам не верит, что спасся, наверное. Вот видите, как здорово. Сейчас будет зарываться в песок.
Все, зарылся в песок. Он в домике. Понятно? Очень много разных водорослей. Все это в чистой прозрачной воде. Знаменитый фукус, которого здесь очень много. Есть еще вот такие интересные водоросли. Длинные-длинные тянутся. Очень красивые в воде. Но если их достаешь, то это просто обычные такие, видите. Очень много. Я, знаете что, когда шла за камерой, сначала зашла просто так, без камеры. Ну и, конечно же, и рыбы тут бегали, плавали, и крабов очень много, даже крупных, бежали. Я хотела поймать, ну, большого, вы знаете, я не рискнула, потому что если меня маленький так сильно покусал за пальцы, то большой тем более. Вот. А потом, когда принесла эту камеру, решила вам показать всю эту красоту, подводное царство просто, то сейчас вот, к сожалению, крабов-то я и не вижу. И рыбки какие-то исчезли. А вода уходит все больше и больше. Я, видите, как далеко зашла от берега. Сейчас вам покажу панорамку. Вот опять. Обратите внимание, на одном и том же месте я обычно загораю. Вот этот в лесах, там высокий стоит отель, который продался уже. В курсе многие мои зрители. Вот так вот, далеко. Посмотрите еще, какая огромная раковина. Она, конечно, некрасивая. Вот, но это как раз вот, это раковина Oysters называется. Oysters. Выглядит она очень неказисто, но очень вкусная. Кто знает. Oysters, по-моему, одни из дорогих.